В сезоне осень-зима 17-18 редкий дизайнер обошел своим вниманием клетку. Модницам предложили облачиться в пальто, жакеты и платья, соответствующие этому тренду. Скучно? Консервативно? Не думаю. Клетка – неисчерпаемый источник вдохновения и возможности подчеркнуть свою индивидуальность. Так считают дизайнеры стильных решений и предлагают вашему вниманию остромодные варианты. Платье в стиле экстравагантной Vivienne Westwood, выполненное из клетки тартан в традиционных шотландских цветах. Асимметрия в крое и декор из тонкого шелкового кружева шантильи и репсовых лент на поясе – все это в духе великой рыжей бунтарки. Воплотить подобный образ можно и в других цветовых сочетаниях. Обязательно добавить в отделку контрастные по фактуре и настроению материалы. Еще одна экстравагантная идея – роскошное вечернее платье из шерстяной ткани в клетку пье-де-пюль. Дизайнеры стильных решений вдохновились изысканными подиумными образами Кристиана Лакруа и Диора. При создании образа стоит обратить внимание на простые силуэты платьев и сделать акцент на пышную отделку. Шелковое кружево 2-3 фактур, богатую сверкающую вышивку, бархатные ленты или броши-камеи. Решение, основанное на контрасте. Сочетание шелковой ткани с жаккардовым рисунком пье-де-пюль и шерстяной крупной клетки с отделкой перьями отсылает нас к образам Прада и Дель Поза. Главное в этом образе – правильный архитектурный силуэт, пышные формы и складки, которые создают красивый объем в нужных местах. Завершить образ помогает богато расшитая бисером и стразами брошь-букет. В этом сезоне клетчатым может быть даже вечернее платье. Клетки различных модулей, цветов и фактур, сочетание с кружевом, перьями и стразами. Все это актуально, а главное, элегантно и неизбито.